Всем привет, автосалон Лада, вторник, 12 дня, смотрите, столпотворение, на выдаче стоит Vesta SV, вот эту тоже машину забирает, добавилась у нас, видите, Vesta такая, SV Cross, цвета Марс, здесь вот пусто, там тоже пусто, машину забрали, ну и видите, народ шарится, сидят там люди, оформляют кредиты, там он еще сидят, кредиты оформляют, тут еще тоже оформляют кредиты, вот эти ждут, когда к ним подойдет менеджер, с ними будет работать. Ну то есть, повторяюсь, вторник, 12 часов дня, а вот народ, как видите, здесь шарится и, что называется, работа кипит. Итак, салон Лада, 1 декабря, смотрите, как у нас здесь пусто, вчера был такой день распродаж, и вот сегодня наступило 1 декабря. Казалось бы, цены должны подняться, но они, цены-то поднялись, но ребята сказали, что этот декабрь у нас будет такой лайтовый, в том плане, что мы не будем слишком сильно сжаться, будем идти больше на уступки, ну то есть как бы вот в любом случае машины нужно быстрее продать и так далее. Ну то есть как пример, вот эта Vesta уже стоит 97 дней, вот то есть можно смело, допустим, сейчас скидывать соточку с нее, и машина будет стоить на 100 тысяч дешевле ценник. И плюс еще к этому, если человек поторгуется, мы еще готовы будем скинуть. Но потом об этом чуть попозже. Итак, Vesta, смотрим. Vesta Lux Enjoy Pro, это максималка, да, механика. Знаете, 1 477 900, вот с такими допами. И сотку, они сейчас будут, ну, буквально вот на день-два еще подождать, и соточка еще скинется, и потом вот этой соточки еще чуть-чуть сделать скидочку. Смотрите, у нас появился такой вот кросс универсал, в салоне не было его, вообще с ними что-то непонятно творится, именно вот эти кроссовые версии, почему-то их очень мало стало. У нас, как видите, черная крыша и черные зеркала. Значит, сразу такая информация, что Grand с автоматом не будет аж до конца почти января. Почему? Потому что эти автоматы Jatka из Японии не поставляют, какие-то там у них проблемы. Сейчас же опять это новый, как там этот вирус, Акмерон или что-то такое. Ну, в общем, опять такой бордольер начинается, все везде в мире. И, в общем, не знаешь, чем это кончится. Но пока вот так. То есть гранты только, допустим, на механике и все. С автоматом пока не будет. Смотрим. Lada Vesta SV Cross, Lux Enjoy Pro, механика. Здесь еще есть пакет Prestige, что входит в задний подлокотник, атмосферная подсветка салона, двойной пол багажного отделения, усиленная тонировка задних стекол, наружные зеркала с функцией электроскладывания, подогрев задних сидений, розетка USB для пассажиров второго ряда, пакет двухцветная окраска. Значит, что входит? Крыша черного цвета и наружные зеркала с допами вот с этими. Машина стоит 1 401 900 рублей. Повторюсь, что вот эти все цены старые, то есть с сегодняшнего дня цены повысили, но они на вот эти машины, которые, ну, скажут ноябрьские слова, да, они цены поднимать не будут. То есть вот по этой цене, которая есть, эти машины и продадут. Либо, допустим, вот сейчас подойдем к Красной Весте, и на примере этой Весты мы с вами еще поговорим сейчас по поводу ценообразования. Смотрите, вот Красная Веста, я говорю, окей, вот там человек подходит и ценник, да, висит, вот, вы как бы готовы что-то там подвинуться в таком плане и так далее. Смотрите, у нас Веста, универсал, смотрим, Lada Vesta SV, комфорт, 106 лошадей, механика, и здесь пакет, двухцветная краска, крыша кузова черного цвета, наружные зеркала черного цвета, и допы стоят, антикор, защита двигателя, автосигналка с автозапуском, первый салон и багажник, защита радиатора. И вот цена 1 152 900 рублей. Я говорю, вот вы сейчас готовы, допустим, скинуть? Он говорит, ну окей, вот ты пришел, допустим, с улицы, да, говоришь, ребята, вот типа машинка как бы неплохая, скинете, а мы, говорит, спрашиваем, типа, за сколько ты готов купить? Я говорю, ну допустим, за 1 100 000. Он говорит, типа, 1 110 000. Я говорю, давай за 1 090 000, и мы расходимся. Окей. И после этого, говорит, я иду на второй этаж к боссу. Так, мол, так, то
тут хотят машину купить за столько-то. И говорит, в 90% случаев босс скажет, да, окей, давай. То есть мы в любом случае в плюсе, и машина продалась, и все хорошо, и так далее. Вот. А слишком рогом упираться, ну, смысла нет. Повторюсь, что вот такой весь будет, как мне сказали, лайтовый декабрь. Так что я думаю, что есть возможность подойти, поторговаться и купить машинку. Опять же, по поводу того, что кто-то писал, что у нас цены самые дорогие. По поводу, значит, гранта сейчас ребята рассказывали. Приехали люди из Брянска, Говорят, что объехали все там у себя, были еще в Курске, и гранты у них везде дороже на 100 тысяч, чем у нас. Так вот, универсальчик. Здесь один карман, собственно, и все. Ну, в общем, такая машина, повторюсь, за 1 090 000, ну, 60 тысяч, допустим, может быть, и 70 скинут. Я почему всегда говорю, что нужно всегда подходить и разговаривать индивидуально. То есть те цены, они как бы вот, которые здесь указаны на штендерах, это одно. А в любом случае, допустим, если вот сейчас, он говорит, за наличку ты будешь брать, я говорю, да. Сколько ты за нее хочешь отдать? Я говорю, так и так. Я говорю, мы сторговались на 1 090 000. Ну, в принципе, вот так. Всегда торг, как говорится, уместен, что-то скинуть и так далее. Поэтому не стесняйтесь, всегда приходите и так разговаривайте. Веста СВ, двухцветная краска, пакет Winter Enjoy. И машина стоит с допами 1 204 900. Ну, тоже вот поторговаться, допустим, соточку, да, там 1080 скинут. Надо смотреть, сколько она стоит на сайте. Но опять же, смотрите, антикор, защита двигателя, автосигналка с автозапуском, тонировка, защита радиатора, говоря словом, плюс багажник. Спрашиваю его, как сейчас это будет выглядеть. Ну, вот эти все заводские теперь наборы допов. Помните, да, перед 15 ноября в прессе появилась информация о том, что АвтоВАЗ, ну, обязует дилеров ставить вот эти допы, и Весты подорожают там, допустим, из-за этого на 30 тысяч рублей. Ну и спрашиваю, а потом же получается, что тут же, кстати, тут же ФАС, запрос на АвтоВАЗ, мол, типа, а вы что, офигели? Как так? Поясните нам, пожалуйста, ситуацию. Вы же таким образом будете нарушать права этих потребителей этими допами и так далее. А то, что другие ставят, да, вот в наглую те же, ну, не буду называть эти производители, то, что ставят те допы, почему-то здесь ФАС молчит. Ну вот буквально потом же появилась информация, что с 1 декабря начнут ставить вот эти все пакеты на АвтоВАЗе. А буквально вот 30 ноября АвтоВАЗ дал официальный ответ. Не-не-не, что вы, не-не-не, это же как бы вот добровольно, бла-бла-бла. И сейчас, как выясняется, что все вот эти пакеты, да, вот, которые, ну, якобы АвтоВАЗ сказал, что мы не будем ставить, это все получается, что как бы, как там слово такое, рекомендуемые все это дело. Вот. А рекомендуемые, это значит равно обязательно. Вот и все. То есть, да, парни подтверждают, что машины, допустим, Весты из-за вот этого пакета, ну, набора подорожает на 30 тысяч. То есть получается, что 20 тысяч эти будут все эти, ну, там, составляющие там защиты этого картера, все такое. А уже 10 тысяч из этих 30 будет идти им за работу. И опять же, все это будет покупаться не где-то там на стороне, а, допустим, вот уже на АвтоВАЗе. Я говорю, а ваши допы? А наши допы, они никуда не денутся. Мы будем в любом случае ставить амарты, капот, вот, автосигналку с запуском, без запуска. Ну и там еще куча всего, так что ты за это не переживай. Я говорю, так получается, что сейчас они подорожали, потом еще плюс этот пакет, который автовазовский, плюс еще ваши допы. Да, говорит, будет вот так теперь. Ну, в общем, я не знаю. И, кстати, вчера читал, представитель АвтоВАЗа, который курирует направление гранта, сказал, что, мол, ребята, вы что, гранту это уже далеко не бюджетный автомобиль. Почему? Потому что мы же здесь уже ставим, типа, телематику, да? Вот, то это же все круто, блин. Вот, потом же здесь мы уже ставим, это самую крутую магнитолу, там все такое. И теперь здесь уже куча всяких таких плюшек, типа, знаете, как... Вот, и там диски литые, бла-бла-бла, и, в общем, машина уже стала, типа, далеко не бюджетная. Ну, вот видите, у них свои понятия о бюджетности, поэтому как-то, вот, я не знаю,
Ведь у нас здесь подогрев сидений, музыка имеется, ну и понятно, что механика. Все так по-простецки. Такой цвет металлик. Напомню, что сегодня 1 декабря цены подняли, но вот эти цены на машины, они все еще старые. То есть можно прийти еще как бы по старой цене купить машины, плюс еще можно сэкономить, поторговаться. Гранта ЛСД, комфорт, Лады Коннект. Вот такая цена. Естественно, все с допами. Ну и что у нас еще на сегодня стоит? Вот такой хэтч. Равно как и лифтбэк, эти машины потом производиться не будут в таком кузове. Грант только, напомню, универсал и седан будет. И все. Тут у нас вообще, видите, здесь подарева нет. Ни музыки, ничего. Только имеется кондиционер. Посмотрим, сколько это стоит. Гранта хэтч с пакетом Optima. И вот такая цена. Я так понимаю, это у нас будет такая первая часть. Сейчас, как только разрулятся они с этими, со всеми, ну, как бы, допы заводские. То есть получается, что АвтоВАЗ все это дело объявил. Но получается, что сейчас у них еще нет всего этого оборудования, которое они должны, ну, ставить, допустим, на машины. Все равно должен какой-то быть вот этот запас всякие эти фигни. А вы спросите, почему здесь машин нету? Потому что, повторюсь, что вчера был офигеть, какой у них день распродажи. Все это дело выезжало. Оставить, ну, как обычно, ставить потом. Либо что-то еще, какие-то цены, допустим, на новую машину уже приехавшие, переписать. И, естественно, что машину нужно допить. То есть еще, я так понимаю, в этом месяце должна выйти вторая часть про Ладу и третья. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо. Ну вот, смотрите, вот стояночка. Совсем пусто. Вот те белые машины, опять же, пришли для организации. Ну вот, часть машин вот этих, она уже с допами, часть без допов. Часть машин уже этих куплена. И буквально несколько машин, 8 что ли, или сколько-то, еще свободные. То есть, ну и плюс те, что в салоне. То есть, можно прийти купить. Как видите, не особо-то и большой выбор. Опять же, буквально быстро пару слов. Вот частенько комментарии такие читаю, что, мол, ехал мимо стоянки в Тольятти или что-то еще, где-то там, и машин типа стоит много. Поэтому, типа, это все брехня, что типа чипов нету. Вот, типа, специально их не это самое, не отдаю, чтобы был дефицит. Вот так вот, да, смотрите, издалека. Стоянка есть, машина, да, есть. Машины. Но если так ближе подойти, допустим, там нет задних сидений. Тут-то не видно, да? Или там что-то нет еще. Ну, то есть машина почти готовая. А как мне объяснял один менеджер из Hyundai, то есть стоят солярисы на улице, нет вот этого вот колпачка, то есть, чтобы скрыть личинку для замка. А без этой долбанной пластмасски машину типа не продать, потому что она недоукомплектована. Понимаете, о чем я? Вот нет вот этой штучки, все. То есть привезли, допустим, красную, а нужна вот такая. И все, и машина из этого стоит. Ну и там, опять же, повторюсь, это какие-то тонкости, нюансы. Поэтому тут все что угодно сейчас может быть. Вот уже логистика нарушена и так далее. Так вот, получается, что менеджер говорит, смотри, говорит, вот пришла, допустим, Гранта. Мы обязаны теперь по новому вот этому распоряжение, мы обязаны на нее поставить вот эти вот заводские допы, то, что будет сходить. И плюс еще к этому сверху, на вот эту Гранту, мы еще будем ставить плюс свои допы. И окажется на. Ну, теперь вот так. АвтоВАЗ, получается, тоже будет теперь сверху от этого иметь. А повторюсь, говорит, мы свои эти самые допы тоже будем ставить. Там те же антикор, там, не знаю, что там эти. Ну, в общем, мы найдем, что поставить и так далее. Собственно, вот так вот все и происходит. К сожалению, пока, повторюсь, пока не будет больше машин, именно в производстве, бардак это останется. То есть, если раньше, я говорю, здесь места не было, где машины поставить, то если человек позвонил или пришел в салон, а у вас есть красная, допустим, Гранта? Есть. А какой комплектации? Комфорт. А люкс есть? Пошли посмотрим. Да, есть. Пошли, его подвели. Ой, а красный не хочу. А синий у вас есть люкс? Да, есть. Подвели. О, вот эту я возьму. То есть человек пришел и на ходу, да, выбрал. А сейчас как такового вот этой выбора нет. Вот все, что есть. Не нравится?
Нет, я бы хотел Весту такую, но с белой крышей. С белой нету. Либо он берет что-то такое, либо ждать. Ну, в общем, так все. Заехал я в еще один салон. Я здесь в последнее время редко бываю. Почему? Потому что машин тут практически, ну, мало бывает. Тут как-то сейчас зашел, смотрите, столько машин стоит. Давайте посмотрим, что же здесь предлагается. 185-65R15, штампы и колпаки. Такая Веста. Датчики парковки сзади присутствуют. Металлик. Черные ручки совсем. Тонировки нет. Зато, смотрите, какой большой экран. Это, походу, уже дилер ставили. И тут еще, смотрите, у нас стоит вариатор. Кондиционер присутствует, подрыв сидений имеется. Подлокотник и руль, как видите, вообще ни в коже, ничего, ни кнопок нет. Странно, такая несколько комплектация. Тем не менее, давайте смотреть, сколько же стоит вот эта машина. Смотрим, Лада Веста седан, классик, 14 лошадей и вариатор. И допы здесь, кардиосалон, поддон, багажное отделение, автонабор. Ну, то есть здесь чуть-чуть поменьше они допов ставят. Смотрите, цена 1 128 900. Такие вот цены здесь. Гранта, красный цвет, штампы, колпаки, черные зеркала и ручки. Механика, понятно, без подогрева сидений, но с кондиционером. Тоже здесь, я так понимаю, музыку дилер ставил. Давайте смотреть, сколько же стоит вот эта машина. Повторитель, как видите, здесь крылья. Смотрим. Гранта седан, классик. 90 лошадок, механика и допы. Коры в салон, поддон, багажное отделение, автонабор. 876-500. И пакет еще здесь стоит ESC. Система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система. Такие дела. Вот еще одна Веста. Смотрите, тоже черные зеркала и черные ручки. Механика. Тоже тут вообще руль пустой, в смысле без кнопок, без ничего, без кожи, да вообще без ничего. Ну и без подлокотника. Магнитола, так понимаю, дилер вставил. И что тут есть? Даже кондиционера, походу, тут нет. Совсем-совсем такая бедненькая комплектация. Подарил сиденье передней тоже нет. Что сзади предлагается здесь? Такие вот весла. Два подголовника, собственно, и все. Совсем все по-простецки. Для такси такую машину, как считаете, взять? Идем дальше. Еще одна Веста на литье. Сзади барабаны, походу, здесь моторчик послабее. Так, механика. Здесь имеется подлокотник, зато руль в коже с подогревом, большой экран мультимедиа. И здесь имеется кондиционер, климат-контроль, подогрев сидений триступенчатый. А сзади что предлагается? А сзади просто заглушки и розетка, и все. Два кармана. И сиденье у нас, как видите, комбинированное. Три подголовника имеется. Неплохо. Идем дальше. А, целыш мы еще не посмотрели. Такой вот Веста седанчик. Смотрим. Да, люкс Enjoy Pro, механика, 106 лошадей, доп. Оборудование, кардиосалон, видеорегистратор, сигналка, САФ, запуском. 1 212 900 рублей стоит машина. Такое дело. Гранта, универсал, классик, механика, 90 лошадок. Такие допы, 936 500. В белом цвете машинка, редко теперь встретишь такой кузов, но пока еще есть. Тоже здесь, смотрите, большой экран мультимедиа, механика, без подогревов, но и даже без кондиционера. Ужас. Вот это совсем как-то вот все просто. Датчики парковки. Смотрите, здесь уже зимняя резина стоит. Штампы, колпаки, такой вот цвет. И тоже здесь ручки, смотрите, не цвет кузова, и зеркала тоже. И тоже стоит здесь вариатор. И такой вот огромный экран мультимедиа. Подогрев сидений. Здесь стоит кондиционер. Вот так.
сзади два подголовника. Здесь еще имеется подлокотник. Руль тоже не в коже, без кнопок. Давайте смотреть, сколько стоит эта машина. Веста СВ. Исполнение Classic Start Plus. Из допов. Комплект ковров, автонабора. Я не знаю, эти колеса зимние это в подарок или что. 1 207 900. Сейчас спросим. Резина Pirelli, а резина это уже идет с этой машиной. Вот такие здесь цены. Всем пока.